Новая криптовалюта набирает обороты. По данным CoinMarketCap, стоимость новой криптовалюты BCC, образовавшейся вследствие хардфорка биткоина, на данный момент почти $450 за коин, а рыночная капитализация составляет почти $8 миллиардов. Стоит отметить, что мнение насчет BCC разделилось, ведь далеко не все криптовалютные площадки поддержали новую криптовалюту. Например, BitSquare четко высказала свою отрицательную позицию в отношении форка, в то время как Kraken, Corbit и ViaBTC выступили в поддержку новой криптовалюты. В то же время многие площадки еще не определились с решением и наблюдают за развитием событий.